Книга «Открытым оком», тема «Ереси, секты», вопрос 441. Почему всегда находятся последователи у самых диких культов и религий? Если бы не было последователей, то, наверное, не возникло бы ничего подобного. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Сердце человеческое есть земля четырех родов. Матфея, 13 глава, 7 стих. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Матфея, 13 глава, 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. На одном роде земли показано тернии, то есть сорняк. Сколько их видов? Насчитывают более 450 тысяч сорняков. Примерно столько может быть и ереси. Бог дал человеку свободу. Она именно в этом и выражается, что человек волен избрать, что он желает. Сираха, 27 глава, 9 стих. Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Евреям, 1 глава, 1 стих. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам, пророках. Всегда были последователи у пророков, апостолов и у святых. Точно так же и у дьявола есть многообразие религий, в которых он по-разному является. Что такое секта? Это нечто грозное, зловещее и неуловимое, говорит великий миссионер, мученик Лазарь Кунцевич. Неуловимое значит быстро меняющееся. Секта – это узкость, взгляд на истину, говорит священник Дмитрий Дудко. Узость – щель, в которую каждый видит только часть от общего. Православие же – это полнота, объем, нежность и целомудрие, строгость, жесткие рамки, безграниченность, развитие духа, что у всех сектантов отсутствует. Они замерзают, засыхают на первой ступеньке, ибо находятся вне церкви.